Любителям неприхотливых цветов понравится это замечательное растение. Посмотрите на него. Надеюсь, что я заразила вас таким красивым растением. А для того, чтобы оно росло у вас в саду, нужно посадить луковицы. Семенами не стоит, потому что это длинная история. Луковицы сажайте на глубину 25 сантиметров. Сажать их надо раз в 7 лет, вернее, пересаживать раз в 7 лет. И никаких абсолютно хлопот, ухода, ничего. Весной появляются красивые ланцетовидные листья. В июне они начинают желтеть. И если есть необходимость, то можно их пересадить. А в сентябре, ближе к октябрю, открывается красивая фиолетовая картинка в саду. Посмотрите, какое нежное цветение, нежно-фиолетовый безвременник. Поэтому, если не любите долго возиться с цветами, с пересадкой, сажайте безвременник, вы в этом не ошибетесь.